Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек, и сегодня в видео мы посмотрим. Китайцы представили гуманоидного робота, друзья, по цене 16 тысяч долларов. И давайте взглянем, что он из себя представляет и что он может делать. Вы будете шокированы, друзья, так же, как и я. 13 мая, буквально видео вышло 4 часа назад, давайте приступим к просмотру. Посмотрите, насколько он гибкий, во-первых. Огромные углы, он может изгибаться вообще практически как угодно. Передвигается достаточно быстро. И даже может бегать. Тут показывают, насколько он устойчив к воздействиям на него. А сбоку, кстати, видно, что блок аккумуляторов, что ли, стоит или что-то типа того. А вот здесь самое интересное, показывает, как он складывается для переноски. Офигеть. Вес 35 кило. И, конечно же, китайцы всегда добавят умение работать палочкой. Показывают симуляцию, где тысячи роботов. И также он умеет колоть орехи. Вот, друзья, и наступила эра технологии роботов. Открывает Кока-Колу. Умеет готовить. Смотрите, как ловко все. Хорошо управляется молотком. И может паять. Я бы себе такого прикупил, честно говоря, друзья. Пишите, что думаете по этому поводу. По мне, это очень классно. В описании также написано, что 23-34 сустава у него есть. Силовой контроль, ловкость рук, манипуляция всеми вещами, имитация и обучение с подкреплением. Модель мира роботов. Блин, вообще классно, слушайте. Робот G1 называется. Ссылку оставлю на оригинал в описании, друзья, если хотите, посмотрите, это очень классно. Все, и подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Пока.